Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в обычный Майнкрафт. В принципе, с прошлого эпизода я уже достаточно такое большое количество чего сделал. Вот, я уже сделал небольшую такую комнатку, склад у нас тут будет. Смотри, сколько я уже себе камня накопал. Охренеть, сколько тут стаков. Я сейчас покажу, смотрите, у меня уже 26 уровней. Это я все сам вручную копал этими каменными кирками, вот. Сделал себе одну железную кирку, и то она уже почти что сломана. Смотрите, сколько я тут выкопал. Это я все сам выкапывал, во. Жесть. В принципе, я нашел вроде 4 алмаза, если. Хотя я туда пока что не буду идти, там монстряки всякие. Давайте я сейчас, наверное, пойду себе сделаю еще одну железную кирку на всякий случай. Ну, в смысле, не на всякий случай, это сейчас уже сломается. Так, секундочку. Так, что я хотел? Сначала бы... ну, кстати, смотрите уже, сколько у меня железа. Я себе уже кучу накопал тоже. Сейчас давайте я себе действительно все-таки сделаю еще одну железную кирку. Я себе еще сделаю железный меч, чтобы был. Я себе, наверное, уже броньку даже все сделаю. Нет, пока что еще нет. Давайте... Давайте я пока что себе сделаю то, что более всего необходимо. На потом это у нас лопата будет, и это у нас топорик будет, да. А вот сейчас уже можно себе как раз сделать нагрудник. Вот поножи. Шлемак. И что там осталось? Ботинки, да? И ботинки, отлично. Так, что бы выкинуть? Вот это мы выкинем. Отлично. Дофига я уже там накопал. Так, давайте сейчас мы поскладываем то, что нам не нужно в данный момент. В принципе, я еще тут не сделал рассортировку. Ну, давайте, тут у нас будет камень, тут у нас будет, допустим, земля. Тут у нас будет потом, допустим, дерево, да? Или нет? Давайте тут у нас будут ресурсы. Разные. Где зомбака слышу? Нет, тут... Сейчас, секунду. Тут у нас будет еда. Тут у нас будут ресурсы. Тут у нас будет камень. Да, вот так. Пускай будет. А, ну, ух, ты тут напугал, зараза. И спать нельзя. Твою мать. Давайте я еще сделаю два сундучка. Ну, в смысле, один сундук, но двойной. И тут мы сюда... А, у нас еще вот тут. Вот это. И сюда мы пока что поскладываем вот этот весь хлам. В смысле, не хлам, но вот это все, которое в данный момент нам не пригодится. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А, кстати... Сейчас мы... О, у меня еще тут есть пару желез. Вот так, отлично. Гости. Дорогие гости, вы где были? Ладно. Давайте пойдем, мы выкопаем наши алмазики. Алмазики, пару штучек там есть, но пускай будет. Ну, в смысле, не пускай будет, а, конечно же, пускай будет. Это же алмазы. Ну, в принципе, да. Изумруд, конечно же. Ну, изумруд не нужен. В принципе, что мы с ним будем делать? Жители что-то покупать. Ну, пускай будет. Не будет он тут 100% лежать. Сейчас мы все тут выкопаем вот так. Ну, не все.
Твою, вот заразы, вот эти хрени тут каждый раз появляются. Как я знаю, они вроде появляются только возле портала в край, да? Или это, не знаю. Ну, я всегда знал, что так. Что они... Да че твою мать? О, смотри, сколько их вылазит. Они меня задолбали в то время, когда я тут вот это все выкапывал. Нету больше. Или я не знаю, что вообще они тут делают. Или это просто обычные монстры, ну, я не знаю. Так, ладно, все, пойдем за алмазиками. Так, они у нас... Нет, не там, они у нас вроде где-то тут. Зомбари. Так, ну, я как и говорил, первые серии будут в шахте. Наверное, эту серию мы тоже в шахте проведем. Вот, алмазики. Алмазы, алмазы. Ну, 4 штуки, да? О, ачивку дали. Нифига. Отлично. Первые алмазы. Нету больше. Ну, бывает такое, что за пару блоков еще там пару штучек есть. Ну, тут нету. Ладно, покушаем. Еды у нас, ну, в принципе, на данный момент хватает. Так. Выкопаем редстоуна немножко. Так. Сейчас я не знаю, куда пойти. Давай... Лазурит, ну, хрен его знает, нужен нам лазурит. Ну, в принципе, я вроде немного выпакал, что я хотел сказать, выпакал, выкопал в то время, как я вот там, вот это все там выкапывал. Я уже не помню дорогу назад. Ну, на, ну, в принципе, что тут ее помнить. Как-то без мини-карты не очень привычно играть. Так, тут у нас что? Тут у нас только железо. Эта шахта небольшая, вот такая маленькая, но если туда пойти, то там уже вроде тупик. Вот тут уже ничего нету и тут ничего нет. Все, это такая шахта. Так. Чтобы не упасть, чтобы не упасть. Так. Тут мы сейчас выкопаем еще железко. Вот так. И вот. Так, да. Так. Чувствую, упаду я сюда один раз. Ну, когда-то. Так, бегаю так. Тут у нас что? Тут у нас тоже вроде ничего нету. Тут у нас вроде тупик. Нет, тут у нас крипер. Что тут? Ну, пускай будет. И вот там у нас тупик. Как я помню. Да, тут тоже крипер взорвался. Тут у нас тупик. А, ну, в принципе... Ух ты, крипер. Это все нужно будет осветить. Так, давайте мы действительно сделаем... Ну, хотя вот. Вот так, да. Тут ногу сломишь, пока в темноте будешь бегать. Ух! Скелетоны. Давно я монстров не убивал. Хорошо, что мы броньку себе сделали. Это бы жопа была. Так, 28 уровень. Ну, если не умрем, то еще 2 уровня, и можно будет что-то зачарить нормальный. Кирку, наверное, все-таки. Так, сейчас давайте... Осветим тут, конечно же, все. Чтобы больше не спавнилась всякой нечисти. Ну, одна уже заспавнилась. Это у нас Эндермеша там. Тебя мы трогать не будем. В принципе, нет смысла. Так.
Ну, железо не помешает, конечно же. О, изумруд. Столько этого изумруда. 4 штуки уже вроде у нас. И тут у нас что, тупик? Тут у нас золото. Золото. Не знаю, зачем оно нам? Это какая вообще высота? 15-я. Ну, в принципе, тут уже должны и алмазы встречаться. Редстоун. Редстоун, я, наверное, только для того копаю, чтобы уровень себе набрать. Немножко. Так, побежим мы. Ух, Эндермен. Побежим мы дальше. Пойдем и сюда. Тут у нас что, тупик? Или нет? Я чувствую, что да. Ну, понятно. Так, ладно, возвращаемся. Вот сейчас бы мини-карту с телепортами. Да чё ты рычишь, или кто это там рычит? Так, давайте побежим мы. Наверное, все-таки домой. Ух, извини, дорогие друзья, я случайно микрофон стукнул. Я сам чуть не оглох из-за этого шума, который в наушниках мне тоже поддался из-за этого микрофона. Так, в принципе, давайте. Ну, в принципе, думаю, ничего. Стукнул, да стукнул, случайно, не специально же. Так, давайте мы все-таки это тут перегородим, чтобы всякие не ходили там. Так, 4 алмаза есть, 4 изумруда у нас тоже есть. Отлично. Уже железная кирка почти что сломалась. Нифига себе, она быстро ломается. Так, сундук. Давайте, конечно же, поставим ресурсы, чтобы они там были. Вот так. Чем? Да, давайте, может, пойдем следую и какую-нибудь еще шахту поищем. Не знаю, что-то у меня сейчас желание немножко в шахте порыться. Не так уж и часто мы в шахты ходим, да? В принципе, можно уже будет строить какие-то там фермы, например, пшеницы. Я хочу какую-то автоматическую ферму сделать. Я никогда не... О, конячка. Я честно никогда не делал автоматические фермы, то есть я не знаю, что там делать, но я не думаю, что это очень сложно. В смысле, не автоматические, а полуавтоматические, так как автоматические я вообще не знаю, реально ли это сделать. Не, ну реально, думаю. Чтобы оно автоматически сажалось, вот это я не знаю. Думаю, что нет, нереально. Хотя фиг его знает. Может уже кто-то и понял, как делать автоматически. Ну, крипер. Так, там у нас зомбарь. 2 зомбаря. Осветим, заберем железо. Тут еще железо. Нужно было кирку сделать. Вот так. Тут мы тоже осветим немножко. Еще железо. Так. Еще железо. Сколько я уже железа набрал? Еще 17 штук. Ну, нормально. Ну что, пойдем мы опять немножко в шахту, если это, конечно, шахта. Ну да, офигенная шахта, которая никуда не ведет, а просто наружу опять. И что-то я там где-то эндермена слышу. Вот так. Давайте пойдем сюда. Если это... А, это тоже фиг какая-то шахта. Далеко от дома мы, наверное, отбегать не будем, а то и заблудиться можно без мини-карт. О, вот тут еще шахты. А вот тут уже вроде видно, что более-менее такая большая шахта будет.
Кстати, мы сделаем еще себе немножко факелов. Факелы, конечно же, всегда нужны. И везде. Опять что-то микрофон. Извиняюсь, дорогие друзья. Этот микрофон что-то уже начал немножко страдать чем-то. С этими хрипами, с этими шумами, с этими еще чем-то. Машины за окном конченые. Кончили. Шумят капут. Ладно, так. Давайте мы пойдем, наверное, обратно. Что-то какие-то шахты такие попадаются. Нету ни прохода вниз, нету. Железа куча. Везде. Больше ничего. Только одно железо. Да, зомбарь, я тебя слышу. Ух, крипер. Хорошо, что я обернулся. Ну, взрывайся, или что ты там хочешь? Гравий. Так. Выход бы потом нам тут найти. Ух, у вас тут тусовка, ребята. А меня не пригласили? Я сам пришел. Звуки такие виндермена гавкающие какие-то. Крипер не идет. Зомбари, крипаки. Ух. Набежала. Тридцатый уровень. Что-то я уже как-то желания даже не имею это железо собирать. Это куча его. Твою мать. Чуть инфаркт не получил. Вы знаете подбираться сзади, заразы. Так. Конченый крипер, у меня чуть сердце не выскочило. За этого крипака. Вот вы шпионы. Сзади ходите, выслеживаете. Так. Ну да, тут мы уже были. Ну, в смысле, с другой стороны заходили. Тут у нас что-то есть, ни хрена тут у нас, наверное, нету. Как я понял. Ладно, манал я вот эти... Какая у нас высота? 43-я. Хрен его знает, выберемся ли мы. Ну, кирка у нас почти что кончилась. Не буду я искать путь наверх. Выберусь банальным способом. Под себя ставить блоки. Ух, не кончайся, кирочка, пожалуйста. Не хочу я вот тут застрять. А если застряну, то что мне делать-то? Почему-то я думаю, что мы тут 10 на застрянем. Или нет? Ух, отлично. Кирка как раз сломалась перед последним блоком земли. Ну, в смысле камни. А потом земля началась. Сейчас бы нам как-то дорогу домой найти. Я не знаю, в какую сторону бежать. Ну, сюда, да? Так как я помню, у нас вот этот лес. Да, там деревня. Все-таки давай, дорогие друзья, на этом, в принципе, закончим. В следующем эпизоде... Я не знаю, что в следующем эпизоде. Еды у нас пока что... Не знаю. Давайте... Давайте, в принципе, давайте в следующем эпизоде... Хотя не знаю. Разберемся, что мы там потом сделаем. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.